Дорогі наші гості, наші любі матусі, бабусі, вчителі, вітаємо вас зі святом весни, тепла і любові. Накануне 8 марта в детской школе искусств прошел концерт класса преподавателя Аллы Владимировны Середицкой. Естественно, что большинство песен были посвящены мамам и бабушкам. Интересно, что Виктория Цибуля только начинает обучаться пению, но уже на дистанционном конкурсе заняла первое место, за что и получила грамоту на концерты, так же, как и следующий исполнитель Ладожева Вера. А Тимур Джалалян хорошо спел песню про папу, но после аплодисментов побежал к маме, чтобы узнать у нее, как получилось, хотя папа сидел рядом. Конечно, не все они будут в будущем певцами, но то, что они научатся петь, только обогатит их жизнь. Ведь всегда приятно находиться в компании, где есть друзья, которые умеют петь. А пока они только учатся. Те, кто уже умеет петь красивые песни красивым голосом, таких всегда приятно послушать на любом концерте.